Небо упадет нам на головы! Земля восстанет! Звезды разъявят свои зубастые пасти и согреют солнце своей любовью!
Thank you.
новый сорт БАМ! Чудное мыло! Сводит пятна! Сводит весь мир! Нас всех обмывали до нуля! В 1492 году наши матери развешивали белье сушиться на ветвях тутового дерева! Как я слышала, тебе пришлось пройти через ад. А тебе нахальство не занимать, как я погляжу. Мне это нравится. Мне все это очень интересно, но ты не мог бы начать с того, что там с моими людьми? Поражаюсь твоей смекалке. По-моему, тут на развалинах нет никого столь умелого, как ты. Думаю, за мной должок, и я собираюсь его вернуть. Я уверена, что тебе интереснее награда, чем моя болтовня. Так что давай перейдем прямо к ней. Теряешь хватку, да? Так нечего тут сопли размазывать. Я уже говорила, и еще повторю. Так какое ты хочешь вознаграждение? Извини, но у нас ничего лишнего нет. Значит, брань. Можешь считать это место своим вторым домом. И я... Ну вот и... Позволь мне дать тебе совет. Держись от них подальше, это редкостные мерзавцы. Ни принципов, ни совести. И они легко пришьют безоружного, если им за это заплатят. В последнее время их все чаще видят в окрестностях развалин Капитолия. Советую обходить эту местность стороной. Да, наши пути пересекались, но, по счастью, быстро разошлись. Кирпич чуть не устроила резню, когда один из них плюнул ей на ботинки, но мне удалось ее удержать. Даже не знаю. Мне кажется, я больше не... Я чуть не погубила там всех, на Вернон Сквер. Разве ответственный лидер мог так поступить? Одно неудачное решение за другим. Да, но я завела парней в тупик. Тео, не думаю, что мне можно доверять кого-то. Спасибо. Это очень мило. Надеюсь, что скоро я вновь смогу заняться... Ты станешь жизнью рисковать ради меня? Ну, ладно. Это неожиданно. За каждый маркер для карт, который ты найдешь на столичной пустоши, находи их, возвращай. Вот, держи. Он автоматически будет считывать с твоего питбоя всю информацию. Эй, привет!
чтобы я смогла стать. Все эти локации уже есть у нас в системе. Ну, теперь, когда ты делаешь... Мы это сделали. Отлично. Да. Мы это сделали. Вроде дела получше. Крейли... О чем вы с ней говорите? Я тебе жизнью обязан. А, снова ты? И снова здравствуй. Отлично, ты снова. Рад снова тебя видеть. И солнце встанет на севере. Нет, на северо-западе. И будет сиять там 44 дня и 67 ночей. И не заметим мы чудо сего.
Пожалуйста, проходите. Инициализация протокола безопасности метрополитена. Охранная сеть станции недоступна. Диспетчерская служба метро.
Thank you.
где?
Да. Спасибо. Рад тебя видеть. Эй! Эй, привет!
Убедимся! Thank you.
Вот. Твоя помощь была неоценимой. Я хочу тебе это подарить. Мне больше нечего тебе предложить. Благослови. Хочешь поторговаться? С удовольствием предлагаю твоему вниманию увлекательную смерть во множестве форм. Выбирай себе по душе. Дай знать, если... Мегатонну. Самый кружелюбный.